той книге прочел он, что тысячу лет, как день перед Богом мелькнет и пройдет. Сомнением стал думать о том, что тысячу лет не сравнять с одним днем. Не верит священную книгу глядит и видит, что в келью у друга птичка летит. Блещет, сияет и прелесть для глаз, как яконт и крылья, и клюв, как алмаз. Летает, порхает и звонко поет, чуть только схватить, а на грудь порхнет. Она от него, а отшельник за ней, и вот он выходит из кельи своей. Идет за ограду и полем идет, а птичка все свищет, как будто зовет. Пение умолкло, опомнился он, где птичка-певичка исчезла, как сон. Боится, что он опоздал на пути, что в трапезе ждут, и пора уж идти. Вот в монастыре только чудно ему, ограда не та, недоступна уму. За оградой темновая церковь видна, дивился, откуда взялась она. Зовет он привратника, смотрит дивясь, откуда здесь новый привратник у нас. Премудрый игумен пришелец спросил, какое ты имя меж братьев носил. Антонием звался в монашествия, при мне был игумен, отец и я. Вся братья девица по книгам глядя, нашли имена их лет 300 назад. Верен Бог в чудесах, так инок повторил, и вдруг перед всеми свой лик изменил. В нем виден был старец, взор юный угас, пред ним 300 лет миновали.
63 дня протекли по чину и с честью его погребли. Заплакали братья, дивясь чудеса, заплакали.